Турный, чисто. Ебать, вы просто посмотрите на никнейм его. Да, ник и аватарк. Это такая победная тоже. Сейчас ты увидишь, какой у меня ник в игре. Я тоже в доту в последнее время начал играть. Ну как тоже. Ты знаешь, что... На фаскапе можно в речку писать? Где? На фаскапе, да. На фаскапе, да. А можно как-то офнуть? Ну сейчас закроешь просто сайт. Пишут интересные. Да, там могут писать на самом деле. Вот мне тоже уже пукают. Смотри, я откалибровался на топ-450 Европы в доте, это нормально? Ну, ты самый сильный. Типа, можно, в принципе, за спирит поиграть, может, ты выиграешь. Ну, я тоже так думаю, но, конечно, топ-450 это, ну, можно стремиться к лучшему, но тоже нормально. Ну, конечно, да. Ну, понимаешь, нет предела совершенству, как говорится. Ты сколько ММР в доте? Я не играю в доту. Слишком сложная игра для меня. Ну, типа, я, может, играю, типа, чуть там сильнее, чем там Дмитрий Ликс. То есть, в принципе, могу интернешнл выигрывать. Ну, чем сильнее Дмитрий Ликс, это уже нормально. Ну, я говорю, это уровень, я говорю, можно инт выигрывать. Фух, экран, все, захожу. Я немного переживал. Я когда против Доси играл, я так переживал, ты бы знал. Почему? Не знаю, вот 1x1 я это. IP спалил, это ничего страшного. Я, ну, не знаю. Я играл против Доси, играл против Денджер Лёхи. Денджер Лёху я выиграл, а Доси не смог немножко. Там он переосилил мои эти. Ну, слушай, я как раз Доси 1x1 играл, а тоже его не смог осилить. Да? Да. Ну... Но я, правда, им поиграл. А, у меня тут не такой ник, как в Симе. Ну, ладно. Котёнок за XT на Фаня. Не, ну, котёнок ты правда сказал. Котёнок по факту. Фул котёнок. Можно ещё вот такой вот контакт поставить. Волюм побольше ебану. Тебе привычнее было, сейчас я тут. Давай. Вот такой вот. Я Владик, не, вот Владик, да. Чат, сделайте ставку, или уже сделали в чате. Победитель первой карты. Ставить на строго, типа, ну такая рекомендация. Там 3,7 на 63, слышишь, процентов. На тебя 63, ну, на меня 3,7. Ну люди почему-то не верят, кстати, это какие-то глупые люди. Ну я не знаю, меня вот, честно, меня как будто никто не верит. Но, блядь, я скоро слушай, буду я в тебя в верю, стопе. Если честно говорю, я в тебя верю. Прям фул вера. Не, ты честно, ты в меня всегда веришь, я не знаю почему. Мы когда с тобой фейсит играли, ты, блядь, всегда меня поддерживал, я аж в шоке был. Такой поддержки. Только победа. Понимаешь, типа ник строго, типа, ну слышишь, этот никнейм сразу чувствуется, ну, уверенность. Победе, исключительно. Я уверен в себе. Я мышкой сейчас чувствую прям заебись, типа. Я вчера играл рофла саком КС, я тогда не чувствовал мышку. Сейчас чувствую прям вообще очень жестко. Типа, вот ты где сейчас? На шарте, да? Да. Смотри, пикни ассайд. Ну, так, один разок. Ну. Ага. Ого. Хорошо, так, ладно. Ничего страшного, хорошо, что это разминка. Это первая разминочная. Да. Первая разминочная. Да. А, кстати, мы, по идее, можем уже вот так вот. Да, рейди прописать. На лонг, выбеги по-быстрому, или ты далеко? Далековато. Ладно, нормально. На кого я поставил, блядь, чуваки? Нормально. Это была всего лишь разминка. Гоножи на миду. Давай. У меня как раз спаун, блядь, вообще под Б. Далее. На кого я поставил, блядь? Чуваки, все, блядь, нормально. Сейчас нужно волосы раздвинуть, потому что, блядь, штора бесит. Это специально, это от пыли защищает, чтобы, ну, в глаза ничего не попало. Готов? Блядь, позорище. Ёбаный в рот. Короче, похуй. Я вот так вот сделаю вообще. Похуй, нормально. Как отменить ставку? Да никак, блядь, чуваки, поставили нормально, не нужно отменять. Все заебись. Главное сейчас пистолетку не проебать. Ой, строго фокус. Все, да. Руки холоднеют. Нормально. Это нормально. У меня тоже холодное. Ну, типа, чуть волнение присутствует. Это в порядке вещей. Вот так вот. Ну так нечестно, у тебя пушка сильнее. Ну тут согласен, ты мне вебаль, ну, въебало дал. Я тебе вебальник и в тело еще две, типа, нечестно. Нормально, первая пистолетка за мной, блядь, да! Хотя бы не 16-0, заебись. Так, не-не-не, я говорю, у тебя все шансы на победу вообще-то. Поехали, сейчас пофармим пока на тебя. Только, надеюсь, ты мне зигла не ебанешь, а единичку такую одну. Ой.
Блять, я испугал своей же декойки. Такое бывает. Че за хуйня? Ты где? У меня такой же вопрос. Блин, непонятно. У меня паника начинается. Да, выходи. Не повезло, что бывает. А ты меня слышал, то, что я упал? Да. Блять. Такое бывает. Челы, ну какой 16-1? Все нормально, это всего лишь один проигранный. Блять, ну да, хуёво. Нет, они пишут то, что ты выиграешь 16-1, ты что, не понимаешь? Нет, они, знаю своих зрителей, они пишут то, что я въебал 16-1. Не-не-не, они в тебя, они именно фул поддержка максимальная. Строго главное, ну, самое главное, знаешь, что, типа, ну, самое основное такое. Ну. Самое основное, это не расстраиваться, вот самое главное. Я понимаю. Скажи вот честно, ты к нашему матчу прям жестко, да, готовился, я так понимаю? Ну, да, типа, я там, типа, сегодня два фейста сыграл. Да, я видел, ты с утра стримил. Да. Я такой думаю, ты на лайтике чисто, ты написал то, что у тебя сегодня отдых. Смотрю, блядь, захожу, чел второй фейсит уже ебашит. Сначала прыгал, блядь, по кубикам, потом два фейсита запустил. Ну, жечь меня, да, решил? Хорошо, ладно, Владик. Хорошо, это был эко, это нормально. Еще, ну, как показывает практика, за теров играть в 1x1 легче намного. Ну да, это правда, да. Так есть. Там, кстати, с авиками играем или без? Не, без авиков. Со скаутами, но без... Не, давай без скаутов. Что-то без скаутов. Передумал, да-да-да. Передумал, ну ладно. Типа, ну... Ну вдруг там чё, понимаю, да. Там одна шальная и всё, и пизда. Угу. Владик, ты где? Опять ты от меня прячешься, да? Не-не-не, ни в коем случае. Мне кажется, что прячешься все-таки. Че за хуйня? И где ты? Вот, блядь, такой же вопрос, опять паника. Ого. У меня на заднем фоне там люди что-то ходят где-то там. Что-то Сережа пошел там брать. Скажи Сереге то, что он следующий. Ёшкин кот. Сереге я обязательно передам, он просто в наушничках уже. Он меня не услышит даже при всем желании. Фух, блядь. Нормально, второй есть. Ну, второй есть, это уже неплохо. Они пишут 16-2. Тут забей, они какие-то грасти. Главное верить в себя строго, понимаешь? Типа, это самое главное. Да, ну главное то, что я это понимаю, и тебе пизда нахуй. Что? Ну чуть-чуть по стрельбе не пошло, бывает такое. Я первые три пули попал, все остальные в молоко, блять, улетели. Ну это надо потренировать, получается, стрельбу-то. Не потренировал, видишь, не хватило чуть-чуть. Ну ты на самом деле, опять же, ты же калаш тренировал, типа, ну, перед нашей игрой. Да, да, кстати, калаш с диглом. Ну вот, поэтому надо дигл брать, типа, и калаш, да, так. Ну, логично, в принципе. Тоже верно. Не, два раунда это заебись, я тебе говорю. Ну, за защиту это уже, ну, достаточно, за атаку, типа, ну, обычно 13 берут. На! Видите, на! Первый сразу в лицо, тут, типа, ну. Тут просто, да, без шансов, нормас. Если выиграешь, я тебе дам после йоги. Ого. Ну это мотивация какая-то подъехала, судя по всему, да? Ну пиздец. Тут... Тут уже все, 16... 14... Блядь, 4-16 будет готов? Ну я всегда готов. Ого, позицию занял-то интересно. Вот позиция какая-то на победу прям была. Бля, мне респы не дают на лонг, пиздец.
Чеки, вы сейчас пишете 16-4 тир в мой, ну, в мою пользу, правильно я так понимаю? Ну, естественно. Let's get this over with. Что? Фух! Блять, слава богу, нахуй! Я первый вообще просто в пол ебанул, нахуй, 4 пули. Нормально, нормально. Ставку жалко, да-да-да. Ставили на Нафаню, да, 63%, ну тут, блядь. Я говорю, ребят, тут... вы ошиблись, там надо было ставить на строго, типа, тут вот очевидно. Папочка строго, нахуй, в деле, блядь. У меня просто читает, как открытую книгу, вы не понимаете. Ты опять на шар, да, побежал? Я нет. Я перед боксом стою, жду тебя. А чё, на вот это скажешь? Ничего не скажу тебе. А вот так вот! Вот так вот, 6-4, да! Уже, блядь, больше, чем нужно взял, а? Без скаутов, да? Да, без скаутов. Окей, окей. Ну я говорю, типа, строго имеет все шансы меня выиграть, на самом деле. Я еще, кстати... будут нарезки, типа, строго побеждает топ-2 капитана мира. Я один раз играл против одного стримера, знаешь Импалу, да? Да, ну такой, ладно, не буду. Ну да, там тоже. Блять. Сука, не бери дигл. Без диглов ебашу. Ладно, хорошо, без диглов. Дигл тоже в бан, понял. Ладно, я шучу, шучу. Я играл против, ну, Импалы один разочек там. Ну, трахнул его жестко. Он очень жестко меня, на меня бил, сказал на лану не приезжать. Ну, да. С тех пор я только с охраны на ланы езжу. Да, все, короче, я понял твою страту, нахуй. Теперь я не буду так делать. Ну это грамотный вывод такой. Ну, да. Типа... Ты сейчас охуеешь. Такой... Чтоб ты понимал, я даже раскид на Дасе знаю. Ого, вот это ты вообще силач получается. Смотри. Опа! О чем мы на шарте забыли, блядь? Так вот. Ого. Ого, вот так вот! Стрельбой можно только нахуй пойти, вообще-то, на самом деле. У меня такая стрельба была, что мама не горюй. Я здесь тоже переживаю, просто уже пол-литра воды выпил. Блин, я бы, кстати, тоже водички выпил, а у меня нету рядом. Печально. Вы сейчас в Москве, да, на буткемпе? Да. Ух ты, щёшкин так, кот. Так, тише, тише, там можно что-то и разбить, так, давай аккуратнее. Да, тоже верно. Пожалуй, отложу все подальше. То как бы игра игрой, но стаканчик тут, ну, казённый. Мы тут еще недавно выпивал, тут. Ну, кстати, алкоголь осуждаю, алкоголь зло. Ты не пьешь, да? Не-не-не. Ладно, после стрима уточню эту информацию. Что нам смоки раскидываешь, зачем? Строго, ну ты чё? Ванвай. Знаешь такое? Какой-то сильный ванвай. Что-то вообще переживаю даже. Чё, фуллблайн, да? Блять, как ты меня заметил? Там ведь он... Блин, ван... ну, ванвай. С одной стороны видно, с другой нет. Ну вот, походу, какой-то, ну, ванвей бракованный. А ты зафлешился от моей флешки или нет? Нет, я отвернулся. Блять, ты ее услышал, да? Нет, увидел. Так, 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 какой же блин. Ну смотри, как бы 7 законтров уже много, я считаю. Не, это замечательно. Ну, это вообще великолепно. Ты сейчас просто, ну, в охуенчик пойдешь, когда я выйду, блядь, на лонг, и тебе просто тапчик ебану. На зиг пойдешь, я знаю. Нет. Я уже вышел. Ты лонг. Не обманываешь? Не, серьезно. Да? Честно? Да. Зачем меня обманул? Я не понимаю, ты что, лжец? Ну и так, приукрасил. Доверять, типа, не, я приукрасил, я флешки типа а лонг. А как мне доверять? Тест... а все, я уже, ну, все, доверять больше не буду, доверия больше нет. Я так, приукрасил, я просто флешки кидал лонг, а сам побежал на шорт. Ну я тебе поверил просто, понимаешь? Типа, ну, я ждал. Ладно, все, давайте только честно будем говорить. Все, я на шорт иду. Хорошо. А ты куда? А я, ну, я на сайте стою. На сайте, хорошо. Вот,
Это что было? Ну, это сайт, ну. Это, вот. Это бочки за, возле сайда. Это не бочки, вообще-то. Ну. Да и как поближе подойдешь, посмотришь, ну я тебе не наврал. Ну тоже сайта. Верно. Это пшеном какая-то хуйня. Ну опять же, типа, ну я ходить умею, типа, ну чуть подвинулся. Когда спросил, я на сайте был, все честно, по-моему. Ага, блядь, вот этого я не ожидал. Как ты туда прошел? Не понимаю тоже, ну типа магия какая-то, согласен? Что-то хуёво. Свечи с ноль? Да, свечи с ноль. Что-то хуёво то, что это. То, что я начинаю въебывать. Но это ладно, это были эко. Сейчас, но сейчас это, нормальная типа, игра пойдет. Сейчас нормально. Готов? Да, нет, не готов. Вот лучше не готовься, смотри. Не готовлюсь. Ты зачем флешки зик кидаешь, там идешь лунг, я не понимаю. Мэн, ты давай заканчивай с этим, что за дела-то? Несерьезно как-то, ну совсем. Флешки кинул, не пошел. Типа, ну это вообще как-то не ну. Надо что-то с этим делать, я считаю. Вань, ты где? А ты? А я не скажу. Ха-ха, вот так вот, да, значит? Ну, если ты же не говоришь, зачем я буду говорить? Вань, непонятно. Пропал ты куда-то? Не-не, нормально, нормально, я на месте. Мог еще какой-то зиг кидаешь, зачем? Вань, скажи честно, это фейковый смог какой-то, ну, специальный, да, придуманный? Нет. Ну, сам ты на ноге, на самом деле. А! О! Блять, нихуя! Вань, ты зачем меня обманываешь опять? Я понять не могу. Какие-то смоки умные выучил. Вань, что за дела? Чтоб ты понимал, это я... Ну, хочешь, я научу его? Это сленга фейковый на шорт, я сам его... Ну, ну это гениальный смок, на самом деле. Типа его нигде еще не полили. Ну вот, все. Увидимся на следующем мажоре, получается. У вас следующий бласт, да, ведь, по идее? Или вы не участвуете? Не-не-не. Там только команды-партнеры. А. Угу. Ну я просто бы тебе показал, чтобы это на бласте ты использовал. Ну не, на бласте, получается, не получится использовать. Вань, ну ты опять что-то, ну, какие-то пути выбираешь-то. Вот так вот, блядь. Вань. Вот так вот, Владик, нахуй! Может, все-таки без диглов, ну, типа, что сделать-то? Да, тоже возможно, да. Но. Нормально. Раунд взял. Фух. Смотри, первый есть, надо типа, ну, продолжать. Уже в духе, в принципе. Хорошо. Не, если ты хочешь, чтобы продолжил выигрывать, хорошо, я ну, мог, конечно, я могу. Конечно, я всегда за тебя, Вань, типа, ну, никогда против. Исключительно за твою победу. Вот, блядь, вот это я не прочитал как-то. Ну, это как-то, ну, позиция вообще, ну, очень это... Ну, такая нестандартная была, да. Прям очень нестандартная. Я еще не думал то, что там будешь. Мой телефон сел, фак. Ой, это, кстати, ужасно, неприятненько, я бы даже сказал. Да. У тебя рука, Вань, потеет? Ну, ну да, я об кофту свою вытираю, она все равно грязная. Ну а да, я об штаны, типа, ну нормально тоже. Ну ты реально против меня потеешь? Ну да, конечно. Все, я хорошо. Я же прям стараюсь выиграть, естественно. Фух, блядь! Не перестрелка понимаю, нахуй века только что была, нормально. Хорошо, что выиграл. Шестнадцать-девять, лох. Нет, нормально все. Вы вообще говорили, то 16-1 будет. Вот-вот, согласен. Они, кстати, всегда врут, ты не заметил? Типа они вот, ну, постоянно но они, не, у меня такая аудитория, они типа меня хейтят, но на самом деле они типа, ну, любят меня, реально. Любят. Ну это, кстати, нормально. Ваня, ты где опять? Да блядский ты хуй, ты что ты там сидишь-то, а? Слушай, ну это что такое, Ваня, я тебя... Ладно, ну, зачем ладно, говоришь? Извини, пожалуйста, ну, Владик, я случайно, Владик. Ну вот, другое дело, Ваня, пипец, конечно, вот это вот. Прости, пожалуйста. Похабщина, вот это вот. Прости, я, честно, я не хотел. Я не всерьез. Аккуратнее, Ваня, а то такими темпами можно пойти на... Не буду какую-то площадку стримить. На другую. Не-не, там не, тут плохо... тут плохих не было слов. Плохих, ну, совсем плохих не было, но уже, понимаешь, типа, оно так бывает. Плохие слова то есть, то нет. Все хорошо, извиняюсь.
Ань, ну ты опять. Ну, что за дела-то? А ты где? Я тут. На рампе, да? Нет. А где? Не скажу. Я почему тебе должен говорить-то, где я? Ты же мне не говоришь, где ты, правильно? Ну да, хочешь, скажу. Ну давай. В боксе. Ну, я верю. Но я не на ланге тогда. Не на ланге, хорошо. А где? А вот тут тяжело объяснить. Я если скажу на скриме, ты поймешь? На ком? Ну, скрим, знаешь, такой, Valorant плеер. А, да, знаю, давай. Ну, сейчас вот иду тебя пикать. А ты не на ланге, кстати. Вань, ты где? Че, потерялся, что ли? А где? Блять, вот на скриме вот это, блядь, сложная информация, я такую не знаю. Смачок, да, положил? Ну да, я знаю, что ты в зиге просто. Ты из банки в зиг пошел. One way, да? Нет, вообще. Такой просто обычный? Ну да, просто стандартный. Ёбаный в рот, блядь! Я тебя расстраивать не хочу, но время поджимает чуть-чуть. Похуй на время. Вот блин, так вот! Переграл. Не ожидал! Нереально, Вань. Переиграл меня. Какой же, Вань, ты сильный все-таки. Спасибо. Клипуйте эти слова. Я буду потом... Ну, типа, мне недавно сделали HLTV-плеер. Ой, HLTV-профиль. Я этим выебываюсь. Теперь я буду выебываться вот этими словами. Ну это по идее жестко. Кстати, это не круто. Выебываться вообще не круто, на самом деле. И не жестко. Ну я такой, знаешь, я обычно выебываюсь, потом пизды получаю. Но сейчас перед нашим матчем я не выебывался. Ну в смысле, я видел, 2-0, ты же говорил. Видишь, ты почти, кстати, побеждаешь. Ну да, 4-11. Ой, 14-11 нормально. Ну сейчас скоро камбэк, я говорю, это, ну, победно. Как он не палится? Да нет, какой стрим-снайп нахуй? Тут все цивильно. У меня задержка 27 секунд. 27 секунд? Плюс да. Еще там этот, ну, антирадар тоже. Ага, вот так вот. Вот этого я не... Вот это реально нежданчик был. Ну это неожиданно, согласен. Но это сложно прочитать было, я тут соглашусь полностью, конечно. Это тактическая, я полагаю, да? Нужно... Не, это чтобы тебе сбить темп. А-а-а, ну это, кстати, тоже нормальная тема. Ну, бля, я только не думал, что на минута будет. Я думал, я смогу ее сразу убрать, но тут минута. Не, ну да, это, в принципе, как день провел, типа, ну как дела? Бля, зря я, да, ее поставил, согласен. Не, нормально. Смотри, я проснулся я в 14.00, пошел... Ну, это, кстати, поздновато что-то ты, конечно. Ну, я потом сложусь 6 утра. Пошел, ну, не очень полезно. Потренироваться в доте 3 катки ебанул. Сильно, как потренировался, ну, в целом? Нормально. Потом ну, пошел есть, ну... 30 минут в КС-очку, потом 2 часика плав и кашел, и к тебе пошел. А ты как? Тоже неплохо так вот, чуть-чуть сегодня потренировал. А, нет, сегодня мы не тренировали, что мы сегодня делали? Постримил сегодня с утра. Что еще я поделал? Там, помог немножко менеджеру, там, ну, совсем чуть-чуть. Что еще я делал? Да вроде все. Типа хуепина в основном. Ну вот и пауза закончилась. Вот так пауза закончилась, правильно. Погнали. Не... У меня всегда есть такая, ну, примета, то, что камбэки начинаются со счета 15-11. Ну это, кстати, игровая примета, походу. Ну, какая-то такая знаковая, я бы сказал, примета. Так, а ты где, собственно? Я там где-то, ну, где-то тут, где-то там. На шорте, да, опять? Нет. Хорошо. Я такой, знаешь, ну, терпила плеер. Ну, я понимаю, это нормальный геймплей, кстати. Ну, иногда работает. Готов? Нет. Хорошо, раз не готов, еще посижу. Посиди. Я подожду. Ты на КТ, да? Нет. Хорошо, верю.
Подожди, а КТФ ты имеешь в виду там, где спавнюсь, или КТФ в смысле? Ну, просвет. Снизу? Ну, снизу. Ну, не, не просвет, я не в КТ. Угу. Ну, просто уточнить, вдруг ты там КТ называешь, там, например, склад, ну, ящики вот эти. Угу. На них я могу быть. Ваня, ты где? Такой же вопрос. Ну вот, блин. Вопросы у нас схожи с тобой, хочу сказать. Вань, ну это не дело. Уже бомбу надо ставить. Тоже верно. Давай, выходи, блядь. Не горишь, да? Хорошо. Так и знал, блядь, то, что ты там, нахуй. Я даже флешку дал, чтобы пикнуть. Ну, ёшкин ты кот, блядь. Ну, ёшкин кот, блин. Как не повезло. Ладно, я оставляю тебя буквально 10 секунд, приду. Хорошо, хорошо. Так, ладно, чат. У меня вопрос к вам, серьезный, очень серьезный вопрос, чат. Смотрите, почему вы не верите в строго? Вот такой вопрос. Вот давайте, попробуйте мне объяснить. Он бот, хорошо. Почему вы считаете, что он бот? Ну, типа, он выиграл лан недавно. Вот, Серега подсказывает, что он бустер мейджа винер, если что. Типа, ну, дайте хоть чуть-чуть мужику шанс. Зачем вы человека-то обижаете? Вот вы в него чуть поверите, и он выиграет, я вам отвечаю. Чуть-чуть веры в человека. Чуть-чуть, ребят, чуть-чуть. Вот столечко. Строго, что ты там подслушиваешь? Я же вижу. А я так решил, ну... Ну, так чисто, ну, подслушать чуть-чуть. Да-да-да. О чем вы разговаривали? Я вижу, а, то, не что... Слежу. Вижу то, что, ну, меня никто не верит. Ну, я? Бля, мы, зря, мы, кстати, зря. Мы, кстати, Мираж, это моя сигнатурка. Типа, блядь, можешь подтвердить, мы вообще ни о чем не говорили. Не, если бы вы ни о чем не говорили, и ты бы ничего не говорил, они писали бы просто точечки в чат. Так нет, видишь, они строго сердечко кидают. Ну, они тебя любят. Нет, там, там гаечка, сердечко. Нет, там строго сердечко исключительно. Фух, ну чё, ты реди на Мираж? Я вообще, ну пока еще нет, не готов на самом деле. Я вот подумал, а вот прикинь, вот сейчас сколько на тебя поставят баллов? Подожди, мне просто интересно. Прикинь, какую подлянку можно устроить, если сейчас на меня слишком много поставят. Я вот, ну так, чисто у меня мышка залагает вдруг. Угу. Прикинь, сколько баллов уйдет людям. Ну, я понял, я понял. Ну да, может много баллов уйти. Может там типа... И знаешь, что самое забавное, что самое забавное? Я вот сейчас это сказал, и люди начали ставить на тебя. Ну, не, они просто, ну они не глупые люди, они понимают намеки там на приколы всякие. Там можешь клаву отключиться, наушники это, сесть. Так, там колу пролил на клавиатуру. Там в Counter-Strike никакой может произойти вообще-то. Это по факту, это по факту. Не-не-не, чуваки, 3-2-2, блядь, не приветствуются вообще. Мы таким вообще не занимаемся. Тут только... Это я просто предположил. Все дело в скилле. А смотри, вы ты на КТ? Ты на КТ? Вот выйди с КТ. One taps. Давай еще раз выйди. Я тебе еще раз по-быстрому тапну. Вот так вот. И вот реально ластовый раз. Вот так вот. Кайф. Все, поехали. Ой. Вот, блядь, вот этого не ожидал. Я писал в чат. Ну, это я поймал, знаешь, врасплох застал, так сказать. Все, на Мираж я... Вот смотри, Мираж, та карта, которую очень сложно за теров играть. Но у меня столько стратегий на ней, то что ты просто сейчас охуеешь. Ты будешь просто записывать ваш блокнот гамбитов и будешь использовать на матчах. А ты где, собственно? Я не скажу. Ты на ножах прячешься? Нет. Хочешь? Испугаю. Ага, не понял. Чего? Ой! Что? Блядь!
ножи въебал. Оп, наебочка! Что? Так бывает. Главное не расстраиваться. Позорище, бля, какое же я мясо. Я все сделал хорошо, блядь. Так бывает. Ты бы видел, я тебе надо кнопочки чуть получше раз. Понимаешь? Это надо как, это как дота. Тут надо чуть кнопочки лучше нажимать. Чтоб ты понимал, я тебя развел на первый удар, ударил, переиграл просто по полной и въебал, блять. Так бывает, блядь. Мы, кстати, с медом играем или без? Да, с медом, с медом. С медом, но без кэтволка. И без окна. Понял, понял, понял. То есть ты серьезно настроен на победу, я правильно понимаю? Угу. Вот настолько серьезно. Фух! Да! Да! Найс! Фух, ну сейчас я реально серьезно. Это очень серьезно настроен. Так, мы без скаутов опять, а без ВП, да? Да, да. Так, а через окно можно в джангл ходить или нет? А, нет. То есть, чтобы в перемку прийти, на, ну, мне надо через забежать, правильно? Да, да, да. Понял, понял. Все верно. Что ты скажешь на это? М? Ого. Круто. Спасибо. Это я тоже в ТикТоке увидел. Ну, кстати, ТикТок полезная штука, там, ну, умнее становишься, я слышу. Да-да-да, там Фир записывает видосы, я, блядь, ебашу по ним. Ну, это грамотно. Используйте. Ты где, собственно? Я, ну, там. Кстати, между где-то, или на глава. Ага, значит, ты меня слышал, да? Нет. Ну, такого значения может быть то, что ты это... Просто так сказал? Ну, так, на шар угадал. Значит, видишь, я знаю где-то. Не-не, ну я тоже ведь не дурак, понимаешь? Сейчас около искры, кстати. Я фейканул. Ты около искры. Ты в палосах, да? Не знаю. Может, в палосах, может, в КТ сижу. Бля, скорее всего, в КТ. Может быть. О! Фух, блядь. Ну, так бывает. Ну ты не пугайся, типа, ну так, сердце может не выдержать. Не-не, сердце у меня жесткое, нормально. Ну, блин, слушай, разное бывает. Блин, я до конца верил, что ты или в яме, или в палосах почему-то. Ну, блин, так бывает. Видишь, сам себя передумал. Готов к путемпу? Вполне шел. Зря. Зря, зря, зря. Просто сейчас зубы повылетают. От одного выстрела моего. Может, не надо? Не, смотри. Ты, ну, ты нарвался. Ты зря в КТ сидел весь раунд. Я не весь раунд сидел. Бам! А ты слышишь по клавиатуру? Так, чтобы я понимал. Ну да. Я иногда понимаю, типа, когда ты двигаешься. Это такой мой лайфхак был. Ну да, я это понимаю, понимаю. Ты, ну, я ведь тоже не дурак, я специально использовал этот навык. Я так делал уже. А, вот на что, да. Ну, это, кстати, жесткий навык, я хочу сказать. Такой рабочий, я бы сказал. Ну да. Очевидно. Ты где, собственно? Я не скажу опять. Ну, типа, зачем мне тебе говорить? Что мне будет за то, что я скажу? Да ладно, я так найду тебя. Типа, вообще. Ну, он... хорошо, хорошо. Бля, так и знал, сука. Ладно. Миш, иногда не хватает знаний. Кстати, что у тебя скина нет на дигл? У меня вообще ни на что скина нет, кроме навика. У меня только навики. Ну это как-то несерьезно, я считаю. Ну, возможно, да, но... Надо, ну, типа, чату скинуться хотя бы там. Ну они все жадные, они, ну, вообще ничего не кидают мне. Ух ты ж, ни хрена себе. Смачок. Угу.
так умею. Ну с КТ-шечки, да, ебанул его? Не скажу. Да ёшкин ты кот. Зачем мне тебе опять же говорить, правильно? Ну да. Вдруг ты что-то плохое мне сделаешь? Ёбаный в рот, блять! Фух! Сейчас дай отдышаться, ёбаный, блять! Все, он дышался? Да, поехали. Фу, блять, как же я испугался, нахуй. Так бывает, ну блин, я тебе говорю, ну я просто. Я просто в стену начал ебашить из калаша. Не, ну... Почему ты решил, что я с КТ? Не знаю. Не, я думал, то, что ты или яма, или КТ, типа одно из двух. Ну, блин, какой-то у тебя выбор широкий слишком. Ты знаешь Дмитрия Ликса? Да, конечно. Блять. Гений Доты, Counter-Strike и Drug Dealer Simulator. Так он еще и, блядь, Drug Dealer Simulator нормальный и в IRL ебашит. Ого, осуждаю на этот, на всякий случай. Если ты не понял, так бывает, да я понимаю. Блять. Вот так вот, чё, не ожидал? А какая у тебя сенса? Какая у тебя сенса? У меня 1.15. На сколько теперь? На 800. Да не, у тебя больше 100%. Ты мышкой прям хуяришь. У тебя, скорее всего, типа, ну, прям ебанутая сенса должна быть. Не-не. Не, я говорю, я заходил на стрим, ты либо у тебя рука, блядь, как у BlameF, либо... Да. Сенса побольше. Я сам как BlameF, я такой чисто, чисто хрупненький. Вот так, я так и знал! Владик, ну, да. Ну, понимаешь, да? Я типа, ну, понимаю, я все не понимаю. Обезьяна. Ну, ты точно не обезьяна. Нормально, счет 4-3 это замечательный счет, особенно когда ты играешь за террористов. Да, ну террористов там надо, можно в принципе 2 раунда, ну или 3 брать и все, выигрывать игру. Что, ну блять, ну ебать я долбоёб. Так бывает, Вань, ну что ты расстраиваешься-то, ну. Ну блять, тут такой легкий раунд был. Ну, видишь, о, блять, у меня игра свернулась. Ситуация. Ого. Нихуя себе, я кнопочку забыл нажать. Ты готов? Нет. Смотри, флешечка, бац, ты фул белый. Такой в ахуе, моли кидаешь, такой, блять, он пушит, хаешку, откидываешь. А это была наёбка, понимаешь? Нет. Ёбаный, блять. Надо как-то подсобраться тебе, что-то у тебя, ну, не выходит. Не, ну, блин, 6-3 это нормальный счет. Ну, блин, все равно проигрываешь, типа, неплохо. Ну, плохо, то есть. А давай для меня сделаем исключение, я буду авик брать. Ну, нет, нет, давай не будем. Бля, тоже, ну, я так пытался, ну... Ну, я понимаю, типа, да. Но мы же честно играем, правильно? Да, тоже верно. Я иду за тобой на фане. Не надо. Ой. Угу, прыгнул, значит, да? Нет. Ой, тише, там опять стаканчик. Ну, блин, так и плохо. Сломать что-то можно, там стол не выдержит, дай бог. Не, стол у меня, блядь, крепкий, я уже как макака по нему так ебашил. Бля, ты новую позицию, интересно, да, если ты на столе прыгнешь... Ну нет, не выучил ошибка. А ты, если на столе прыгнешь, он сломается? Не знаю. Вань. Не, если прыгну прям... Ну, бля, возможно, да. Я, типа, прям реально крупный, ну, мальчик. Надо проверить, я думаю. Ну, возможно, да. Ну, вот скажи, ты сейчас опять на тикете, да? Нет. Я тебе честно. Ну, бля, откуда ты знаешь? Честно, откуда? Ну, ну, да, ты честно. Чувство у меня было. Найти, найти. Ну, Вань, может, чуть-чуть подожди. Ух ты ж. О,
Ой, блин, молик промазал. Эх, я умер. Какая досада. Да это ты сильно сыграл. Какой же я жесткий нахуй. Бля, глок купил, нихуя себе. Ну, глок, кстати, это сильное оружие. 200 монет просрал. Почему просрал-то сразу? Да потому что я их выкинул сразу. Ну, ты специально, это фейковый глок. Готов? Так надо. Нет. Раз. Два. Три. И что ты делаешь? Ты еще не на те клавиши нажимаешь. Да что ты так делаешь-то? Я же, ну, понимаю, что происходит. Ну, строго, ну что за дела? Строго, ну ахтись, ну что за дела-то? Ну вылезай. Я тебя жду. Где ждешь? Не идешь. Нет. Ой, паника. Ты где? Там, где нас нет. На КТ, значит. Закат. Там невиданный рассвет. Там что-то какие-то берега кисельные там. О, жестко. Да, да. Клипуйте эти слова, блядь, пожалуйста. Жестко, нереально. Аскар мы тоже не берем, да? Mm-mm. Вон. Я отсосу тебе так же, как ты на фане, блядь. Нет, go, go, go. Я выиграю. Не, ну вот реально, я играю на, ну, 4500 L, 4500. Где-то так, да, ну может 5, типа, где-то так. Нет. Там 3500, типа, от 3500 до 5, где-то так. Нормально, а у тебя сколько L? У меня, типа, 3700, по-моему. Ну это нормально, нормально. Ну неплохо тогда. Конечно, ничего не знаешь, но все же. Ты опять, да, на КТ? Нет. Угу. Так в смысле опять? Я это честно было сказано. Это по голосу было слышно, то, что это честно. Хорошо. Блять, теперь. Блять, теперь переживаю. Почему? Ну потому что как будто, блять. Думал, я не найду тебя, да? Извини. Снеги в обсиди, Дмитрий Лиханов. Мне просто, ну, стратегию подсказали. Хорошо, что я с первого раза запрыгнул. Ну, да, неплохо. Сидит. Нормально. Не, ну уже счет реально играбельный. Ну такой, рабочий, я бы сказал. Не понял. Блять, понял. Как говорится, строго, я твой понял. Не, ну, понял. Ну, 9-6. Затьеров. Бля, главное еще пистолетку выиграть. Это самое главное, на самом деле. Скоу, заправочка. Строго, ты сильно стараешься или ну так? Не-не, я, ну... Конечно, если бы я не пиздел, может быть, больше лучше отыграл, но... Угу. Вот это, блядь, не готовил меня жизнь. Блядь, вот это тоже, ебать. Ну и где ты? Не скажу. А я знаю. На бомбе стою. Да я понимаю. Блять, все. Джиджи. Почему джиджи-то? Ты сейчас мне сдегла одну дашь и победишь. Строго, ну чуть больше веры в свою силу. Что за дела, строго? Ну блин, давай. Я верю. Я верю в себя. Это самое главное. Самое главное верить строго. Если ты веришь, то ну, это уже неплохо. Готов 50 хп проебать просто нахуй. Лови маслину. Ай, блин, взорвал. А ты где? Реально взорвал? Да, на 50 хп. Ровно.
Даже не 49, именно минут 50. Строго, ты где? Ты, ну, скажи. Такой же вопрос к вам. Ну, я иду, а ты вот где? Блять, ну я тоже иду. Ну, ты прям именно идешь или стоишь? Это важно. Не, иду, иду, иду. Идешь все-таки, да? Да. И не обманываешь? И не обманываю, честно говорю. Ну, хорошо, я тут тебе... Блять. Видишь, мы оба не соврали. Нет, ты соврал. В смысле, я шел с ямы. Ты шел с ямы, но хп-то не 50 у тебя? Ну, так мы-то говорили про только про ходьбу. Возможно, тоже верно. Ну вот, как бы, такое тоже бывает. О, хочешь прикол? Я вспомнил штуку одну. Какую? Оп. Эй. Вот смоки из ТикТок еще будут. Хочешь прикол? А ну. Давай. Видишь, смок из ТикТока. Нихуя, откуда ты его дал? С респа. Ну, как заспавнился, так и дал. Кайф. Угу. А вот это ты понимаешь? One tap. Это ты, конечно, one tap ровно один. Один патрон переводится. Типа одно нажатие, вернее. Мань, ну ты супер сильный, кстати. Спасибо. Тебе кто-нибудь говорил до этого, что ну прям супер сильный? Ой, блять, я армор забыл. Ну как? Мне, конечно, говорили то, что да, я нормально играю, но типа не... А вот это что скажешь? Блять, что? Что? У меня не запрыгнуло и просто убило меня нахуй. Так бывает, блин. Все, короче. Вот, блять, держись нахуй. Просто держись. Держусь. А за что держаться? Ну, просто держись и, ну, чтоб челюсть не отпала. Челюсть держи. Челюсть чья? Что? Да блять, какой же я бот нахуй. Так нет, так ты скажи, челюсть чья и за что держаться? Ну, да уже все, я уже всосал нахуй походу. Ну блин, ну может быть, кстати. Но ты не чаюсь. А можно скаут возьму? Нет. Ну, тогда я кую. Готов? Смотри. Нет. Ауч, блять, я такую сейчас ошибку сделал, пиздец, сука, я такой дебил. Чё за ошибку? Зачем ты решил почесать татуировку, которую мне только недавно сделали, случайно? Ты татушку сделал? На. На руке, да? На. Ты... Ага. А, вот это что ты скажешь? Ого. Минус сколько? А если тебя с головы пикнул? Ага, блять, не получилось наебать. Бля... Так неприятно, почесал, конечно. Вроде ничего страшного. Ты так понимаю, 2-0? Тю-тю-тю. Я не могу понять. Да не, это камбэк. Ты думаешь, я камбэкну? Ну, надеюсь, рассчитываю. А сколько на меня поставили баллов? Да там чуть-чуть. А на тебя? Еще меньше. Что-то как-то печально тогда. А ты где? Просто три пули просто, блять, над головой нахуй. Бам-бам-бам. Строго, ну ты не расстраивайся. Иван. Да. Иван, пошли тебе топ 100 Европы в доте апать, дружище. Counter-Strike не твое. Эскейп проживаем, Иван. Извини, приятной игры. Матч завершен, спасибо за игру. О, у меня, кстати, вебка блюрит. А, не пофиксилось нифига. Все, я буду в блюре сидеть. Покажи татушку. Хотя бы. Вот. Ого, бля. Не знаю, видно? Нихуя себе. А давай, смотри. Последнюю сейчас сможешь сыграть? Да. Да, могу. Вот, давай на имку теперь. О, не, бля, ну ладно, го, похуй. Ну ты меня сейчас выиграешь без шансов. Ну так, попробуйте один раз. Ну чтоб честно было, чтоб честно. Типа, я тебя тут выиграл, ты меня там выиграешь. Все честно. Все честно. Ну, возможно, не выиграю. Но там она быстро идет. Да не, выиграешь. Сделайте ставку на аимку. Сейчас, 1-1. Пароль. Пароль тот же, а хотя вот. Там без разницы. И карта. Бля, надеюсь, тут есть карта. О, да, есть. А как называется? Просто аим, да, по идее?
Да. По идее, да. Вообще, если хочешь, я могу создать, если тебе впадло через фаскап. Не, я уже создал фаскап. Окей, тогда кидай линк. Да. Сделайте ставку на аимку. Ну вот в аимке, типа, я очень хорош. Без черточки только. Да, я понял. Насколько? Ну, смотри. По 10 балки примерно 9 из 10 мега хорош, прям реально. Ну это что-то прям, блин, я боюсь, шансов немного. Бля, надеюсь, я ту создал. А им ап. Похуй. Плюс 100 сабок, да подарю вам 100 сабок. Блин, а было реально сабки играть, вот что я подумал. Тут тоже верно, хорошо, что не согласился. А, слышь, я походу хуйню создал. Ну, хочешь, можем другую создать. Давай, давай. У тебя сервак есть? Не, подожди. Я попробую на фаскапе просто другую имку найти. Сначала, а потом, если не получится, я создам через лобби. Не, просто я не смогу создать сейчас еще одну, потому что это... Через лобби мы не создадим, потому что у нас стоит эта хуйня, чтобы OBS сервер... Создадим. Чтобы OBS захватывало. Ну да, создадим. Создашь? Да. Ну давай. Сейчас мне надо СКС выйти. Ты только сначала выкинь, потом ты continue нажмешь и все. А, стоп, я походу могу еще раз создать. Ну, попробуй. Давай. Как она просто имап, да, называется? Ну просто имап, без двойки, без всякой хуйни. А, вот, наверное. А, пароль такой же. Один в один. Строго, ты с музыкой играл или без? Я на фулл расчелухи, у меня просто так дабстеп ебашил. Всё. Типа... Это, ну, у меня тоже, да. Еще раз кинул. Да, вижу. Ну, а имку я буду сейчас, ну, мне кажется, нужно под фулл музон ебашить. Ну не, ладно. Под фулл, но так он. Да, может, да. Знаешь, я не знаю, типа, авторские права за это хуярят или нет. Maybe Baby Dora, Size Girl или что-то такое. Угу. Сейчас врублю, попробую. Сейчас только под это, типа, ну ты прям страшно будешь ебать. Барби Сайз, да, Барби Сайз, все, мне чат поправил. Лучше. Там Сайз Герл, там Барби Сайз, одна хуйня. А, у меня не заходит, походу, на эту карту. А у меня тоже не зайдет на эту карту. А, нет, заходит. А у меня нет. Сейчас, погоди, я тоже попробую. А, у меня заходит тоже. Угу. Вроде бы. Да, заходит. Мы ставим без? Что-что? Без. Ставим или без? Понял. Молодцы. О, блядь, я нихуя тебя не заметил. Поехали. Ты зачем опять нахуй ты ступишь? Кабалей будет. Ой, это больно было. Нормально. Сейчас, подожди секунду, я трек поменяю, который ты посоветовал. Хорошо. Какой, Барби Сайз? Барби Сайз, да. Сейчас. Барби Сизи. О, всё. Там по-русски Барби Сайз, да. Все, да. Все, погнали. Сейчас, погоди. Все, погнали. О! Пошло, походу. Так я говорю, это магические песни. Хотя, блядь.
Блять. Ну ты подожди, это сейчас надо пристреляться, прислушаться. Видишь? Пока поплотнее пошла игра. Блять, я так по таймингу стрелял по тебе. Блять! Так плохо было. Это пиздец плохо было. Очень плохо было. Ну ёбаный пизда нахуй. Найс. Оу! Холи щит, блять, вот это было красиво. Ну блять. Больно было, блять. Блять. Хочешь унижить, а? Не хочу, честно. Бля. Ну это, ну, зря это сделал, да? Ну, вообще нет, наверное. Ух ты, щешки кот, я тебя не заметил. Я тоже не заметил. Ну, блядь. Ну, блядь, 7-16 нормально тоже. Ну, тут плохо. Хотя можно лучше. Ну да, вот. Ну, блядь. Ну все, ты разыгрался. Да нет, нет. Да, да ты разыгрался. Сейчас ты разыграешься и все, и мне пизда. Да уже, блядь, я проебал все нахуй, то, что можно было. Ты сейчас еще лус поймешь, может, что суспом попробуешь, но суспом вроде лучше получается. Блять, ну. Я говорю, суспом надо. Суспом, типа, шансы есть. Вот ты специально, да? Чтобы я проебал? Нет, 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 точно не специально. Вот так что, вот. Как я могу специально что-то делать? Ну да, тоже верно. Финал мажора. Спасибо, чуваки. Ой. Бля, какой же я красава. Ты супер сильный. Бля, вот это пиздец позор, вот честно. Это АВП помешал на самом деле, там в голову не летел, он попал. Ой-ой, ну это несправедливо было. Ну да, тоже верно, но нормально, хотя бы раунд забрал еще один. Ну несправедливо. Блять! Как? Блять, я... Эх, я так какая прочитал. Досада. Блять. Досада-то какая... 3-0 въебал тебе. Так бывает, строго, но главное что? Не отчаиваться. Что главное-то строго? Не... Нет, не расстраиваться, главное. Не расстраиваться. Расстраиваться. Да? Ну я достойно сыграл, только честно. Очень достойно, очень. Достойнее некоторых, я бы сказал. Некоторых это кого? Типа из проигроков? Ну да, да, конечно. Как ты думаешь, я Акселя выиграю? Ну, Акселя вряд ли, он посильнее меня будет. Мне так кажется. А ты в топ-12 игроков войдешь в ХЛТВ? Не-не-не, я слишком слабый. Нет? Я думаю, я не 23-й буду. Ты там ведь это... Кто у вас из команды войдет в топ-12? Какой там остался? Хоббит, Аксель, Широ. Все три прям? Да-да. Там Аксель, Широ, скорее всего, в топ-5. А, ну, я так рассчитываю. А Бай где-то там топ-7, я так думаю. Бай это кто? Хоббит. А. Понял. Нормально. Там...
Я в топ-2, типа, меня немножко опередил Саня. Там по статье. Ну, я понимаю, да, да. Ну, блин, Саня сложно, в принципе, ну, догнать. Но ты был близок. Не, на самом деле, типа, да, ну, типа. Рядом с Сашей где-то. Сейчас я свой профи открою, хлотово. Там чуть-чуть не хватило. Кстати, классные обои на рабочем столе. Спасибо. Тут немножко по статье не хватило. Ну, я вижу, да, там чуть-чуть не хватило совсем. Ну, нормально, я Тима Вилон выигрывал, видел Тим Бустер, типа. Там чуть-чуть не пошло совсем. Ну, слушай, ну Тим и Вилон вообще неплохо так отлетели от вас. Вот, хочу сказать. Да. Там шансов вы им немного дали. Спасибо, Нафань, то, что пришел поиграть со мной. Не скажем. За что, не за что, не за что. Послал всегда мне лицо. К вашему слугу. Слушай, всегда обращайся, всегда рад помочь. Спасибо, спасибо, спасибо. Не за что, все, не за что. Все, я твою бабочку вырубаю. Все, понял, ты тоже вырубаю. Давай. Все, да, давай, пока. Давай, давай, пока, спасибо большое, то, что пришел, давай. Давай, давай, пока. Чат, как вам такая, ну, зарубка? Заебок? Или хуйня? Нормас? Что с позором? Понял. О, чуваки, мощно на фане зафоловится. Он мега охуенный кентик. Ну, мало зрителей смотрит. Ну, как по мне, для, ну, для, не, для его манеры общения. Можете зафоловиться на него, будет вообще замечательно. Если зафоловитесь. 100 сабок? Хорошо, я вам дарю 100 сабок. Не, типа, ну, мне легко. Вы думаете, мне сложно? Но мне легко. Реально легко. Ебать там.